Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. И я рада вас приветствовать на своем канале. И надеюсь, что вы поставите прямо сейчас лайк. Чем больше лайков, тем чаще видео. Вы все это прекрасно знаете. Ну а сегодня я заказала вашу любимую рубрику. Это гроб-бокс. Гроб-бокс, в котором находится еще один экзи-монстр. Вы знаете, что я уже открыла практически всю команду щенячьего патруля, но осталось еще три экзи-щенка, ребята. И, кстати говоря, по-моему, у райдера там была какая-то подружка. Если я найду ее, я ее обязательно закажу, ребята. Если хотите, ставьте лайки, ниже пишите в комментариях. Итак, ребята, сегодня мы откроем с вами гроб-бокс, и там будет Зума, Экзи Зума щенячьего патруля, ребята, посмотрите, какой он страшный. Ну, казалось бы, на первый взгляд обычный щенок, но если не взять во внимание его проклятые черные глаза, а это значит, что этот щенок внутри со страшным криптовым сюрпризом. Внутри в его голове напичкано много мистических предметов, и сейчас мы проведем обряд по оживлению Зумы, ребята. Это будет очень весело, но а перед началом я расскажу вам немного об этом герое. Зума, ну, настоящий обычный Зума, как и Зума Экзи, он спасатель, и он постоянно носит вот этот вот непромокаемый костюм. Это костюм, как его дайвинг. Вообще, в принципе, у него еще на спине специальные такие воздушные штуки, чтобы, если что, он мог плавать под водой и дышать. Скафандр, не скафандр, как называется, не знаю, не помню. Короче, самое главное, что это щенок породы лабрадор, ребята, если вы не знали, и он, и вообще эта порода очень хорошо умеет плавать. Но что случится, если этот Зума будет не таким добреньким, как в вашем любимом мультфильме «Щенячий патруль», а злым Экзи, таким, какого вы, например, встречали в игре Майнкрафт, если вы играли или смотрели обзоры на игры, где щенячий патруль и райдер злые Экзи монстры, ребята. И сейчас вы увидите Экзи монстра в реальной жизни. Для проведения обряда, ребята, как всегда, нам нужно зажечь свечи. Чем больше свечей, тем лучше, потому что огонь оберегает. А зеркало открывает портал в потусторонний мир и впускает проклятого черного Зуму из того мира в эту игрушку, ребята. И игрушка становится живой, поэтому все мои видео называются «Живая игрушка». И это игрушка по счету 9. Если вы не видели предыдущие видео, где я разрезаю живые игрушки, ребята, наберите просто «Ирина Ясинская разрезает живые игрушки». Или просто наберите в поисковике «Королева мистики», чтобы посмотреть все видео, которые вдруг вы случайно пропустили. Но если ты новенький, обязательно напиши, потому что я хочу с тобой поздороваться. Напиши в комментариях, что ты новенький, и я тебе обязательно отвечу. Ребята, вчера были на блошином рынке. Блошиный рынок – это такой рынок, где продаются старинные вещи. А старинные вещи, вы знаете, что это моя самая любимая тема. И я, наверное, уже прихожу к тому, что я собираюсь коллекционировать эти старинные подсвечники. Они очень крутые. Вот, например, как этот или как этот. И еще в моем доме мистики, там, где мы строим дом мистики, ребята, если вы не видели, опять же говорю, наберите просто «Дом мистики Ирина Ясинская». Очень много старинных подсвечников. И я, наверное, скоро их буду коллекционировать, так что если вдруг вы, у вас есть или у ваших родителей, или у бабушки старинные подсвечники, то, пожалуйста, присылайте их мне и поделитесь, если вам не жалко, потому что эта коллекция скоро будет стоять где-нибудь в моем доме. Итак, поэтому сегодня мы подожжем этот мой новый подсвечник, он нереально клевый. Это красное стекло, как кровавое стекло. Оно нереально мистическое, оно нереально клевое. Вот эти розы, они не вынимаются. И они, когда там внутри свечка, они просто прикольно подсвечивают таким ярко-ало-кровавым цветом. В общем, все как вы любите. И сейчас мы удвоим эффект.
Я правда боюсь, что это будет надолго, но ладно, ничего страшного. Сейчас мы будем пропускать двойное зеркало. Видите, тут с двух сторон зеркало. С этой стороны будут эти свечи, с этой стороны эти свечи, с этой стороны сам Zuma XZ. И давайте уже начинать. Портал зеркальный, отворись. В Zuma XZ вселись. Портал зеркальный, отворись. В Zuma XZ вселись. Портал зеркальный, отворись. В Zuma XZ вселись. Теперь мы будем ждать. Он, этот щенок, должен ожить. Надо быть предельно внимательными. Так, уберем свечи, потому что он может их сломать. Слушай, почему-то ничего пока не происходит. Блин, может быть, это бракованная кукла Вуду? Ирина, что происходит? Я не могу дышать, у меня как будто было... Давай похлопай. Нет, у меня как будто там воды... Ирина, дыши. Что происходит? Хотим тебе помочь. Ирина, очнись. Что происходит? Ирина, что с тобой? Черт, слушай, походу... Это заклятие подействовало на меня. Zuma, он же этот водный спасатель, черт его. Он хочет, чтобы я задохнулась. Тяжело дышать у меня. Давай привязывайся его. Что ты сделал с Ириной? Ирина! Что происходит? Черт! Ирина, задыхать, надо делать искусственное дыхание. Ирина! Ирина, что происходит? Срочно надо делать искусственное дыхание, потому что она захлебнулась. Ирина, очнись! Что происходит? Ирина! Очнись! Надо перевернуть ее! Надо ее перевернуть, чтобы вышла вода! Ирина! Надо срочно поднять голову! Надо скорее доставать все из него! Он чуть не потопил меня! Подожди, мне плохо! Ирина, успокойся! Скорее нужно его разрезать! Закончить обряд! Черт! Он чуть не утопил меня! Давай быстрее! Давай сначала ему глаза отрежем, потом уже будем... Черт! Я снимаю с тебя проклятие куклы Вуду! Нужно достать все, что внутри! Где ты была? Я была под водой, будто он пытался, тащил меня на дно, он пытался меня утопить. Черт, нужно скорее разрушить это вуду-проклятие, иначе у нас тут всех потопит. Черт, это было так страшно. Здесь один пух. Черт, ребят, не могу отдышаться. Он чуть не утопил меня, ребят. Я была под водой. Это была жуть просто. Это не спасатель. Экзи убивает людей, наверное, тем, что он их топит. Это ужасно. Черт, надо достать все то, что делало его живым. Черт, походу, я раздавила. Я что-то раздавила, посмотри. Слушай, что это, господи? Это чьи-то волосы, черт, ребята, это реальная жесть. Это чьи-то волосы, ребята. Это реально чьи-то волосы. Он сожрал какую-то утопленницу. Он все-таки кого-то утопил. Посмотрите, ребята, это реально длинные чьи-то волосы. Жесть, ребята, посмотрите. Здесь еще глаз, человеческий глаз, ребята. Господи, боже мой, это просто нереально. Посмотри, это реально человеческие волосы. Он их сожрал. Они мокрые, посмотри, они все мокрые, потому что он
наверное, утопил какого-то человека и сожрал его. Господи, что здесь еще? Посмотри. Нет, не может быть. Черт, это Скай, это глава Скай. Походу, он сожрал нормальную Скай, ребята. Это просто проклятый щенок Зума. Посмотрите, это реально глава Скай. Маленький Скай, господи. О, нет, этого просто не может быть. Черт, он сожрал Скай. Я в это не верю, ребята. Это просто жесть. Он просто реально монстр. Этот Зума Экзи реальный монстр. Просто он очень страшный, ребята. Что еще внутри, ребята? Господи, нет, черт! Ребята, это реально точно был кто-то. Какой-то человек, которого Зума утопил и сожрал, ребята. Это просто жесть, полный просто трэш, ребята. Что здесь еще? Здесь еще полно этой ваты, чем напичкан этот Зума. А это что? Посмотрите, ребята, походу это... Часы. Часы, для чего ему часы? Это секундомер, слушай, он, наверное, делает по нему искусственное дыхание. Слушай, у них же все должно быть поминутно, массаж и так далее, все там, то, что они делают, у него должно, он должен быть, то есть все эти спасатели, они все ходят с такими часами, секундомерами. Жесть просто, он все это съел, еще что, посмотри, это бутылка. С каким-то зельем, что ли, похоже на маленькую бутылочку Кока-Колы, видимо. Он же работает постоянно на пляже, там жара, и он, у него все это внутри, это ему необходимо, это его просто рабочие какие-то моменты, вот эти вот, то, что он пьет, какую-то дрянь, я не знаю, правда, что там, интересно, давай понюхаем, посмотрим, что это? Фу, господи, это похоже на чью-то кровь, может быть, он коллекционирует кровь убитых своих жертв, утопленников, я не знаю, ребята, но нужно вынуть абсолютно все, ребята, чтобы закончить обряд, чтобы Зума никогда не ожил. Там что-то еще, ребята, наверное, что-то последнее, я не знаю, что это. Это какие-то черви, что ли? Что это за палки? А, ребята, походу, это трубки, плавательные трубки, через которые нужно дышать. Он их все сломал. Сломал и просто съел их. Ребята, я не знаю, для чего он это делает. Он должен спасать людей. Но Экзи не спасает людей, ведь он проклятый Экзи, это черный Экзи. Он, видимо, топит их по поэтому он уничтожил все трубки, ребята. Я что-то еще нащупала там. Что-то резиновое, ребята. Может быть, это спасательный круг, я не знаю. Похоже на что-то резиновое, ребята. Очень-очень-очень резиновое. Сейчас я это достану, погоди. Черт, вот она. Что-то черное. Что это может быть? Не знаю, какая-то фигня. Черт, неужели это все? Я надеюсь, что это все, ребята. Что это? Ребята, это плавательная шапочка. Это плавательная шапочка какого-то человека. Видимо, этой девушки бедной с длинными волосами. Видимо, это ее плавательная шапочка. Наверное, смотри. Я нашла там записку какую-то. Какую-то записку. Вы все утонете. О, нет, ребята, жесть. Зачем я заказала этого проклятого Экзи? Этого Зума Экзи. Он хочет нас утопить. Он хотел меня утопить, ребята. Я надеюсь, что проклятие снято, потому что мы все вынули из его проклятой головы. И теперь эта кукла Вуду не работает. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы поставите 2000 лайков. А с вами была я, Королева Мистики. До новых встреч. Всем пока.